Сильвер делает передачу налево. Я не оговорился, так. Так как, наверное, и должна была с первых минут. Чагу, это sehr gut gemacht, deswegen hat sich Kindler auch leicht abschütteln lassen. Das war überhaupt noch dazu kommen. Сегодня какая-то будничная победа Баварии, победа уже со счетом 3-0. Zamknięty środek, Alcantara, który czyta tutaj, widzimy po raz kolejny, jak się bawi. Bilardo oynuyor. Thiago, çok güzel hareketler, aradan bıraktı, arki. W kubki kierowali sobie wszystko. I udar powrotem, 3-0, вот это да! Задерживаться в ладбахе надолго, и теперь это воздушь вратарей земли. А тем временем разыграние пилки на сбудование какой-то акции. Сразу пилка из Абьяна. Фантастичный тут сборки. У Гнабри три игрока Баварии были в этой зоне. Надо в первую очередь проходить с... Тиаго. Путер Ватла. Dans son premier duel avec Christophe Payne, beaucoup. Ouais, fait parler sa puissance. Подача верхом, но слишком уж верхом. Ну а здесь Гнабри. И Гнабри дальше. Durch. Тяну. Гурецка. Томас Мюллер. Мяч из-под ноги. Это плюс один. Пакет акций, то есть контрольный, по сути, хозяин. Сыграли 2-2. Это было время, когда Баварию тренировал Нико Ковач. Качина Дэвиса. Лисо, как красиво, пяткой. Левандовский, который идет за стопроцентным показателем. 5 побед в 5 матчах. Кстати, здорово. Действует на флангах, из глубины. Открывается. Бавария более атакующие, более... Мяч за пределы штрафной площади идет, это очень круто. Это матч кубковый, это матч на вылет. Левандовский, фаулного не было, отвлеком Левандовский. Гнабри в скорости, да, смотри, по скорости. Полузащита. Тиаго, красиво. Сейчас добрый окрес Челси, но прикрывают баварцы. Гарри, кажется, вот он. Тиаго. Левандовский. Мы забираем мяч. Американская Бавария. Сейчас все Алькантара получили мяч. Дало бы там получать передачу с соотечественником. И дальше. Так, как мы по поводу его выключили. Вала, выкрывачи, пинка де брус. Марата выжил из Бутти Калинс и Грегорич и вас вместе. Ну и тяжело, конечно, игрокам от такой ситуации держать состав. На 100% не готов играть еще. Сейчас часами запачи отдых, другий, третий, ты Алькантара. А передача могла пройти на Нидерлендера, очень опасно было сейчас. И теперь играет еще и в основной команде. И это снова. Джеймс, Барклей, трех заводников и Байерна Бокиго. Блискавичный трат. Тиаго! Гнабри. Тиаго, Гнабри! Возможно, он сейчас смотрит на соперника Баварии и вспоминает, наверное. Забрал штрафную. Левандовский пас. И здесь
здесь Кимик великолепно разобрался. Тьяго. Изящно. Кёльн отбивается, но Тьяго, смотрите, как великолепно вступает в игру. Тьяго. Wunderbar. Wunderbar. Und wieder frisch. Das Kapelle war die Garantie. Ist die Klasse halt. Herrstein. Alles gut. Nächste Gewasse. Ja. Nur auf der Suche nach seiner Position. Das ist zwei Kacken geworden, das gerade eben sagt. Kritiker vorhin. Такой рывок Сим там Виктор на рыбе стоянный лик, он не был encore, hein? Loin de là. Ici. Тейлис. Тиаго. Ты уже говорил, им предстоит матч в кубке. Алькантара. Я не уверен, что сегодня будет что-то курьезное, потому что матч в Баварии это особенно видно. Но тем не менее. Аэйц. Тиаго. Поскольку партнеры, и Бавар уже здесь вернулся, что... Североевропейским турне.